Кто больше всего пострадает от того, что сейчас Дурова посадили? Телеграм. Непонятно, что с ним будет. Возможно, он будет работать, а возможно, не будет работать. Но главный вопрос. Кто пострадает? Под молотки сейчас могут пустить Илона Маска, вне зависимости от того, что у него там бабла много, и все считают, что все могут короли. Нет, ребят, этот мир нестабилен. Но пострадать может именно то или те, кто это все придумал. То есть это первое, что это Америка, второе, что Европа. Что касается России, Россия в этом смысле, она как-то защищена. Все прекрасно помнят 90-е. Ну, кто тогда родился, вот моего возраста, чуть-чуть попозже, все помнят 90-е, родители наши помнят 90-е, когда ничего не было, но как-то мы выжили. Однажды на съемках фильма «Ледокол», это было в Мурманске, я встречал норвежца, и он спросил, как вы здесь живете. Самое интересное, что он спрашивал на русском языке. Я сначала думал, что он на норвежском со мной будет общаться, но он на русском. Оказывается, в какое-то время родители его выехали за границу, и он там маленький пока был, родители общались на русском, и он, соответственно, общается на английском, на норвежском и на всех остальных языках. Он, как вы здесь живете? Это был 2005 год или 2004. Четвертый год, я точно, ну, не могу сказать, даже нет, это было попозже, ошибся. В 2005 году там были совсем другие события в Мурманске. Это было чуть-чуть позже, когда снимался фильм «Ледокол». И вот он спрашивает, как вы здесь в России живете? Мы замечательно живем. Нам кризисы не страшны. У нас есть огороды, у нас есть там запасы какие-то на зиму. За границей этого не понимает. Вот потеряет от этого, от всего, что начинают сажать, начинают запрещать, за граница. Вспомните, когда интернет в России появился. Интернет в России появился после того, как начали разваливать Советский Союз, и пришли какие-то непонятные власти, там Горбачёвы, Ельцины, и вот таким вот образом тогда начал только появляться интернет. За границей интернет достаточно давно. Достаточно им обрубить какой-нибудь кабель на дне Средиземного моря. Все, нету Америки, нету Европы, потому что станет все. У нас даже если выключат свет, у нас человек найдет возможность этот свет добыть своими средствами. Потому что поневоле россияне сейчас стали айтишниками, потому что они ищут и делают как бы свои смарт-телевизоры, смартфоны восстановить, чтобы YouTube там показывал. И многое-многое другое. Поэтому задумайтесь, люди, все замечательно и прекрасно в нашей стране. На этом я заканчиваю. Подписывайтесь на канал «Четкая тема» и будьте в курсе событий.